надо чуть тише, я дышу. Расторжение. Так что колбасим три быстрых, да? Для медленных пожертвования. Объявление расходимся. У нас как бы программы нет, но вот она. Что-то сползает. Блин, а научили меня так, мне всегда хочется с быстрых, знаешь, начать. Типа, чтобы раскачать людей. Буду я сейчас идти против системы. Раз, два, три. Положи меня как печать на сердце свое, как персик на руках свою. Положи меня как печать на сердце свое, как персик на руках свою. Положи, вместе с тобой положи. Положи меня как печать на сердце свое, возлюбленный мой. Как люблю я чертоги твои. Твоё самое любимое моей головой. Прошла зима, закончились дожди. Закончились дожди, и я теперь пою.
со мной. Окружила меня, но ночью мне снилось еще одно. А днем появилась еще одна дочь. Твоя любовь и сурус разбила всякий дух. Понтов, что нам кажется, что сейчас нас он любит больше. Потому что мы читаем Библию и поем красивые песни. Это неправда. 18 лет назад я украл гречку с унитаза. И я спер ее реально, тащил и хотел продать за 3 гривны и уколоться. И Писание говорит, что Бог уже тогда меня любил. С крышкой. Ёлки-палки. И сейчас меня иногда, знаете, подкрадывается вот эта вонючка, которая хочет тебя подтолкнуть, потому что, чувак, ты же 8 альбомов написал, ты такой крутой, так, Бог тебя, именно, все, нет, тогда он нас уже возлюбил и любит, и действительно его любовь бесконечна. Я ощущаю безусловно и бескорыстно. Хочется, конечно, из-за того, что наша прошлая жизнь, знаете, это сплошное сиротство, безотцовщина, желание того, чтобы тебя признали, там, как-то кого-то впечатлить, что тебе сказали, Ромчик, ты красавчик. И ты живешь этим всю жизнь. И, конечно, когда ты уже на старости лет приходишь к Господу, и тебе и здесь хочется, вот эта старая тема, она всегда срабатывает. Ты устраиваешься к Богу на работу, хочешь заработать, да, какие-то баллы, какую-то там, похвалу, награду. И на самом деле потом вся твоя христианская жизнь превращается в такой, зарабатываешь. Господь говорит, чувак, я уже все дал. Все реально. Что ты хочешь? Хочешь штукатуром поработать? Ты понимаете, когда ты устраиваешься на работу, то есть у тебя постоянные претензии, потому что тебе всегда мало, и ты не знаешь, что делает Бог, потому что он сыновьям открывает свои тайны.
ты постоянно ходишь в этой тьме, в этой, в очке, вот. Ты ходишь постоянно в тьме, ты не знаешь, что ты делаешь, ты тяжело работаешь, и зарплату, соответственно, получаешь не в евро, не в доллар. Вот. А пожрал борща и иди спать. Вот. Поэтому предлагаю сегодня переходить на новый уровень сыновства. Потому что тогда все наше. Все наше. Все, что в холодильнике. Вот. Не надо ничего зарабатывать. И самое главное, приходит вера, что Бог нас любит вот, сильно, такими, какие мы есть. Он нас принимает. Вот там на картинку видел там спецназ или ОМОН какому-то. Пацану крутит руки, написано, принимает его таким, какой он есть. Но Бог действительно нас принял, каким он есть. И в этом кайф вообще христианской жизни. Вот. И тогда действительно, вот, пастор сказал, тогда ты можешь перейти вот этот уровень, когда чувствовать себя невестой, возлюбленной Иисуса Христа. Это намного лучше. Поэтому намного лучше. Поэтому давайте сразу снимем сапоги. Солдатские. Вот. И будем просто кайфовать. Мне нравятся все песни немножко.